Это шоумен с Татьяной Пучковой. Рядом со мной Глеб Жемчугов. Это хип-хоп исполнитель или рэпер. Вы здесь ведущий сегодня? Да, сегодня веду мероприятие. Знаете, вы выступали, это было очень классно. Мы все танцевали, весь зал был в овации. Ну, так происходит, да, когда я выступаю. Скромно. Скажите, пожалуйста, помимо того, что вы рэпер, чем вы еще занимаетесь? И помимо того, что вы ведущий? Я профессиональный раздолбай. Вот, занимаюсь музыкой, занимаюсь ночным клубом. А в каком смысле занимаетесь ночным клубом? Работаю в команде с хорошей группой людей. У нас ночное заведение. Вот поднимаем его, получается, делаем максимально его уютным, комфортным для наших потенциальных гостей. Окей, это отдых. Это именно то, что мы любим. Это шоуменс, отдых, красота и веселье.